Паулу, как всегда, занят, да? Прислал тебя мне помочь? Где была? Надеюсь, ты умеешь стрелять. Нам такие... Эй, мне нужна помощь. Паула все толдычит, что приоритетная задача — выбраться из Яры. Он тупо хочет сбежать от проблем. Я слышала, наш друг Матиас загремел к Маркете в Яранскую академию. Он врач, но у него отобрали лицензию за то, что он нам помогал. Будто лечить кого-то, кроме истинных яранцев, преступление. А теперь ему поджарят мозги, и он будет кончать, услышав имя Кастильо. Я-то знаю, меня тоже пытались обработать. Паула не станет спасать Матиаса, пока все не утихнет. Но ты ведь не будешь сидеть сложа руки? Матиас просто святой. Не дай Маркете его сломить. Ну ладно. О, да. Хвала. Thank you.
ты, лапуля. КПП, надо аккуратно. Адьос, подкрепление. Талия, я у Академии. Похоже, ее захватили пленные. Отлично. Все будет проще некуда. Нет, слушай, тут военные. Скоро начнется перестрелка. Тогда проберись туда и вытащи Матиаса, пока армия не пошла на штурм. Будь настоящим повстанцем. Вали назад в свое болото! Взорви! Где-то здесь! Лучше ко мне! Нападай, ну! Может, есть другой вход?
Смотри туда, ладно? Смотри на меня. К самим себе. Все плохо. Так ведь, да? Держись. У тебя начинается шок. Позволь. Ты Матиас? Ты не похож на врача. Да, одежда не наводит на мысли. Талия велела тебя спасти. Ну, класс. Есть проблема. Отпущу артерию, и он умрет. Мне нужна аптечка. Охранники держат припасы в аптеке в другом здании. Я принесу. Рапидо, пор фавор! Ко мне! Лекарства будут. Держись. Огнемет. Разорви, Алусо. Comprendido. Entrégate, гусано. Матиас, я все нашла. Возвращайся. Сальдадос уже здесь. Повстанец, тебя долго ждать? Скоро буду.
Вот, держи. Красис, мне нужно стабилизировать его, Дани. Отвлекай Сальдадос. Тингаус вызвали подмогу! Никто не пройдет. Надя. Подкрепление! Мерда! Мерда, снайпер! Черт, вот ты где! Thank you.
Матиас, я разобралась с Сальдадос. А я закончил с пациентом. Давай ко мне. Ты молодец. Дани, из Либертад. Тебе не впервые без обезбола? Помоги-ка. Нормально лечат только истинных яранцев. У остальных есть я. Когда я удалял Паулу грудь, сорвалась поставка. Пришлось работать без наркоза. Он даже глазом не моргнул. Жесть. Вот он, Раль Кастильо. Скажи голубкам, я помогу, как только найду антибиотики для нашего друга. К счастью, он выживет. Талия, Матиас в безопасности. Грасиас. Паула скажет тебе спасибо, когда узнает. Дани, ты хороший человек. Знаешь, в Либертад полно хороших людей. Тебе у нас точно понравится. Эй, Дани, притормози. Если мы разорвем больше цепей и покажем Маркесе с Кастильо, что нас не победить, то я подумаю, может быть. Хуан? Это кто? Это Дани, Хуан. Кто? Дани. Дани, чего тебе надо? Ты сам позвонил. Исключено, я не в том состоянии. Но хорошо, что ты меня набрала. Нужно срочно встретиться на острове Либертад. Ке? Зачем, Хуан? Ах, черт. Ола! Ола! Кто это? Ты вовремя. Тут кое-кому нужен Вивиро. Ты доставляешь? Я собираю бабло. Для кого это? Не пробовала? Я как-то взял одну и подсел. Теперь моча красная. Будешь? Нет. Кто нам платит за Вивиро? Пока не грохнули Кастильо, попросим другие вкусы. Это Янки. Хуже. ЦРУ. Что? Либертад спуталась со сраным ЦРУ? А что скажет Клара? Ну, если узнает, надеюсь, скажет спасибо, Хуан. Теперь у нас есть пушки, чтобы убивать фашистов Кастильо. Ну, типа того. Свобода стоит денег. Клара не спрашивает. И я молчу. Это закрытый клуб. Только ты, я... Ну и конфетки Антона, конечно. Кларе нужно беречь репутацию. Ты ее защищаешь. Сомневаюсь, что о Кларе забочусь только я. Помни, после Ла Революсьон у нее не будет времени на таких, как ты. Так, на всякий. Вот это я понимаю. Когда убивает.
если отвечу «да», ты ведь все равно не заткнешься. В общем, наркоторговцы хотели отмыть бабки через американскую недвижимость. Дело на 50 лямов. Офигеть, Хуан. Я даже уговорил их подкинуть мне пару кило продукта. Потом перепродал, но все деньги спустил в Монте-Карло. А мне-то это зачем знать? Да скучно мне тут. Суварта. Один есть. Первая посылка доставлена. Ладно, слушай, а я рассказывал, как устроил Горбачеву переговоры с... Дай угадаю. Ты все сделал, получил долю, а потом спустил на какое-нибудь идиотское пари. Ну, так-то да. Я тебя уже знаю лучше, чем себя. Возьми. Bienvenida.
Деспьертате. Деспьертате. Вместо Клары я взял тебя. Думаешь, я не заметил бы, что Либертат продает Вивиро Янки? Тебе конец! Когда повстанцы схватили мою семью в 67-м, моего отца швырнули в эту камеру. Меня в соседнюю, мне было 13. Как тебе, Миху? Я так любил общаться с ним через вентиляцию. По ночам. Он учил меня быть сильным, быть мужчиной. Каждый день приходили повстанцы с обвинениями. Кража. Мало-помалу он платил за преступления. Но мы все так же общались по ночам. Пока ему не вырвали язык за ложь Яри. Нет! Папа, хватит! Что ты так печешься о ней? А, пропустим пару этапов, Рауль. Вива Либертад! В тот раз... В отеле Параиса. Да, не была там. Ты сказал, что спрятался в туннеле. Да, не могла убить меня. Отдать меня Либертад. У нас нет времени на ложь. Я не сбегаю. Я слушал. Учился. Сделал все, как ты сказал. Я буду Эль Пресиденте. Но отпусти Дани. Я не чудовище, Диего. Мы дадим ей шанс. Надо валить отсюда к херам! Диего, херня какая-то. Почти все. Стелья просто долбанный психопат.
Хуан, нас подставили. Кастильо меня ждал. Он и его чертов генерал пытались меня убить. Хейсу Христо, рад, что ты жива. Но это важно. Ты раскололась? Я молчала, как рыба. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Мою жизнь спас пацан, Диего. Что? Он убил генерала. Да ладно! Пинга! Отлично, класс! У нас тут начинаются четырехмерные шахматы в космосе! В жопу твои шахматы! Мне все маляры повыдирали! То же самое было со мной в Конго! Только я сделал это сам. Жури сами, как кролик. Хуан, Кларе, ничего не говори. Нас спалили. Больше ничего ей знать не нужно. У нее и так дел по горло. А тут еще и тебя чуть не грохнули. Грасиас.